70 миллионов рублей. Именно в такую сумму обошлось байкальской горной компании приобретение спецтехники для тушения лесных пожаров и медицинского оборудования для нужд Забайкальского края. Предприятие реализует на территории региона масштабный проект по освоению Удаканского месторождения и, как видно, показывает пример ответственного ведения бизнеса. Вся приобретенная техника будет передана на баланс субъекта безвозмездно. Однако некоторые условия подарочной процедуры стороны придали бумаге. Сегодня они подписали необходимое соглашение. Мы рассчитываем здесь работать долго, принести пользу и краю, и всей Российской Федерации. И наш вот этот вклад небольшой в эту тяжелую ситуацию, это готовность наша жить одной жизнью. И с краем, с населением, со всеми ситуациями. Сложных ситуаций в Забайкалье действительно хватает, особенно в разгар пожароопасного сезона. Нынешняя весна, подчеркнул губернатор Константин Ильковский, показала, в регионе остро стоит вопрос технического оснащения различных служб. Компания выразила такую готовность, проявила инициативу. И, по сути дела, более чем на 70 миллионов рублей на сегодняшний день закупается за счет средств компании, закупается оборудование. Оборудование как пожарно-техническое, так и медицинское. Вся техника, по словам представителя Байкальской горной компании, уже оплачена. Решается вопрос с ее доставкой в регион. Ожидается, что оборудование поступит в Забайкалье уже к концу лета и будет направлено в самые горимые районы края. Мария Машанова, Анна Кулигина, ЗАП ТВ.